Недвижимость, машины и предметы роскоши. Суд изъял имущество Рауфа и Рауля Арашуковых на 1 400 000 000 рублей. Адвокаты экс-сенатора и его отца говорят, что к большей части имущества их доверители не имеют отношения. Суд изъял имущество Рауфа и Рауля Арашуковых на сумму в 1 400 000 000 рублей. Речь про 72 объекта недвижимости и 14 автомобилей. По словам адвокатов экс-сенатора и его отца, к большей части заявленного имущества их доверители не имели отношения. Оно было приобретено их близкими много лет назад или в период работы на высоких должностях в различных компаниях. Первоначально в числе ответчиков были только отец и сын. Позже стали фигурировать еще 17 ответчиков физлиц. Среди изъятого трехэтажный отель «Адиюх Пэлас» в Карачаево-Черкесии в предгорьях Кавказа с рестораном и банным комплексом, где принимали высокопоставленных гостей, включая, например, главу Чечни Рамзана Кадырова. В ходе процесса генпрокуратура скорректировала требования и передумала взыскивать с Арашуковых две квартиры в Черкесске и Ставрополе и часы «Брюге» из белого золота стоимостью более 2 000 000 рублей. Защита будет обжаловать решение суда, говорит адвокат Рауля Арашукова Владимир Постанюк. Главный аргумент – это учебник математики. Приобретено имущество было в 1998 году, а закон был принят в 2012 году. То есть несложно посчитать, что период приобретения, на него эти нормы закона не могут распространяться. Угу. Вот и все. В тот период Рауль был бизнесменом, а его сын был еще, может, не очень дисциплинированным, но школьником. А что касается вот других объектов, там какие-то земли были, по-моему? Да, участки, но их много тоже самое земли. Это земли разных родственников. Мы поясняли, что они в неограниченных правах имеют право иметь земли, даже дома и квартиры. То, что у них фамилия такая же, как у Рашуковых, это ни о чем не говорит. Но, к сожалению, никто на это не обратил внимания. Изъяли все, кроме двух квартир и часов. У каждого родственника есть дом, есть квартиры, есть земельный участок. Очень много родственников. Самый большой актив изъятый – это вот Адюх Пелос. Да, его оценивают там 1 700 000 000, так сказать. Но, честно говоря, я сомневаюсь, что он столько стоит. А ваш ведь подзащитный принимал, я так понимаю, участие по видеоконференц-связи? Они говорили? Они говорили, что зря погубили Адюх Пелос. Его же закрыли, свет отключили, газ отключили. И, по сути, жители этого маленького аула остались без работы. Адвокат Владимир Постанюк. Бывший советник гендиректора ООО «Газпром» «Межрегионгаз» Рауль Арашуков и его сын, экс-сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, обвиняются в организации преступного сообщества, хищениях на сумму почти в 4 миллиарда рублей, убийствах и других преступлениях. Следствие по их делу уже завершено, его рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных. Отбор коллегий назначен на 11 августа. Вместе с ними перед судом предстанут еще четверо.